Ваше внимание, главный тренер команды. Главный тренер Бурский Глушина Александр Сергеевич Синев. Главный тренер ВТ Виктор Форгиевич Ильич. Александр Сергеевич, пожалуйста, как обычно, небольшой комментарий. Для начала. Хочу поздравить соперника с победой, в первую очередь. Ну и хочу поблагодарить своих футболистов за самоотдачу, за попытку сохранения такой структурной игры. Нам очень тяжело играть было под таким давлением со стороны соперника. Но, тем не менее, за исключением каких-то эпизодов, вроде бы, игра, во всяком случае, в обороне получалась. Понятно, что, наверное, не хватило какой-то в атаке, но мы очень хотели спасти матч. Мы в этом поверили, в том, что удастся. Но, к сожалению, не получилось. Нам теперь нужно как можно быстрее восстановиться и готовиться к следующему. Спасибо. Держали победу сегодня. Благодарю за эту команду. Что касается самой игры, то довольно-таки медленно мы играли на половине поля соперника. Такие мастера, как Глеб Родионов, они начинали что-то забивать. То есть если бы мы где-то ускоряли игру в начале этапа, может быть, мы как-то более разнообразно играли бы в нападении, но при этом, что счет даже 2-0, там довольно-таки опасно в концовке матча у наших ворот было, но сохранили мы холодный голову и довели матч до победы. Очень важно, когда еще даже снег лежит, тоже набирать очки. Пожалуйста, уважаемый коллеги, ваш вопрос. Сергей Сенкевич, МБА. Вопрос один буквально тренерам. По поводу домашних арен, скажите, насколько сложно играть вне их? Где играть? Вне домашних стадионов. Домашние матчи вне домашних стадионов. Ну, опять же, вот то, что сейчас мы видим за окном, да, и ту поляну, которую мы на данный момент видим в Борисове, наверное, только может нам помочь эта поля с подогревом, которая есть в Жодине. Что касается, где играть, ну, уже неоднократно замечал, что команде абсолютно безразлично, на каких стадионах здесь. Понятно, что в Борисове мы привыкли к этому, на каких стадионах, это значение большое. Ну, я уже неоднократно говорил о том, что нам очень хочется побыстрее вернуться домой и познакомить команду, скажем, с более большой аудиторией болельщиков наших бобруйских. Практически 5 туров мы проведем, 3 провели, еще 2 проведем вне домашних стен. Конечно, для нашей молодой команды очень важна именно вот такая поддержка, именно вот домашняя поддержка, именно уют такой стадиона нашего, пусть он может быть не самый современный, но атмосфера, которая вот в Бобруйске, она всегда отличается такой вот добродушием. Что сегодня, к моему такому, наверное, к чести болельщиков, все-таки большинство было Борисов. Это было и сегодня на стадионе. Я, честно говоря, поражен тем, что они провожали наших футболистов аплодисментами. Как-то вырывается так из общей массы.